Здравствуйте, дорогие партнеры, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, единичку. Активнее, пожалуйста. Так, замечательно, замечательно, вижу. А сейчас я попрошу вас поставить именно двоечки тех людей, которые у нас являются новичками. Новички – это те люди, которые буквально недавно сделали регистрацию в нашем клубе, и еще не знают наших маркетингов и не умеют пользоваться нашим кабинетом. Так, так, так. Так, вижу, вижу, новички у нас есть. Это здорово, это радует. Итак, начнем с того, что я сейчас открою демонстрацию нашего экрана, и вы поставите троечки, как только увидите мой экран. Мы начнем с вами разбирать именно первые шаги, что же должен делать наш новичок. Итак, я жду троечки. Виден ли мой экран? Так, замечательно. Все, вижу, замечательно. Итак, наш кабинет. Первое, после регистрации, что должен сделать буквально любой партнер, это сразу же открыть раздел профиля. И первое, что он должен сделать, это обязательно поставить свою фотографию или же поставить какой-либо аватар. Я говорю это на каждой презентации, но, к сожалению, люди не все это выполняют. Поймите, у нас бизнес управляемый. И то есть каждый человек ставит куда-то в определенное место галочку. Поверьте, чисто психологически ставить галочку на пустое место, но правда не хочется. Поэтому не потрудитесь. Это буквально 2 минутки работы. Нажали «Сменить фотографию» и поставьте свое фото. Следующее действие. Вам нужно заполнить личные данные. Если же вы не указали Skype при регистрации, обязательно заполните это поле. Потому что именно Skype, я думаю, что это даже самый главный инструмент для нашей работы. Потому что вопросов очень много. А ответить на них проще всего в Skype, потому что мы можем открыть экран, посмотреть, указать, где у человека ошибка и какие действия нужно сделать. Поэтому Skype нужен обязательно. Если же у вас есть канал YouTube, то вставьте его. Страничку ВКонтакте и страницу Одноклассники. Нажмите «Сохранить». Следующее ваше действие. Укажите также ваши платежные системы. Но если у вас какой-либо платежной системы нету, поставьте нолики, там крестики, все что угодно. И нажмите «Сохранить». То есть обезопасьте свой кабинет. Следующее действие. Если, к примеру, вы указали пароль, но он вас чем-то не устраивает, вы можете всегда написать старый пароль, написать новый, повторить и нажать «Сохранить». Таким образом, вы можете поменять пароль в своем личном кабинете. Следующее действие. Вы заполнили профиль, и вам нужно именно пополнить раздел, зайти в раздел «Финансы» и пополнить баланс вашего кабинета. Можно сделать это методом пополнением через Power или Perfect. Денежные средства поступают мгновенно. Нужно вписать сумму в рублях. Некоторые люди почему-то думают, что если они пополняют, к примеру, с долларового счета, то они вписывают сюда доллары. Но на самом деле им поступают денежные средства, собственно, в рублях, или же 10 рублей, там, или же 20 рублей, на сколько долларов они пополняют. Не нужно этого делать. У нас очень умный, очень грамотный кабинет. Поэтому вписывайте сумму в рублях, и кабинет сам вам все это обменяет и поставит на ваш баланс уже все в рублях. Итак, вы пишете в рублях, нажимаете «Пополнить», вас перекидывает на вашу платежную систему, вы нажимаете «Подтвердить», ждете, когда сайт все это перезагружается, и денежные средства мгновенно попадают на ваш баланс. Если же вы решили пополнить именно баланс с платежной системы Kiwi, то пополнение идет в ручном режиме. Вписываете сумму также в рублях и нажимаете «Пополнить». Вас перекинет вот именно на эту страничку. Вы обязательно посмотрите видеоролик, как сделать пополнение правильным, потому что ошибок много. Итак, вы копируете вот этот номер, идете на свое Kiwi, отправляете денежные средства именно на этот номер, тут же нажимаете «История» и копируете номер квитанции. Только номер квитанции. Не нужно там копировать все подряд.
Итак, вписали номер квитанции, дата и время от перевода. Обязательно пересчитайте все это на московское время, впишите и нажмите «Я оплатил». Таким образом, денежные средства вам поступят на баланс тоже очень быстро. Но у нас есть такая функция, как перевод между кабинетами. Это очень удобно. И мы с вами можем входить именно с карты Сбербанка и выводить также денежные средства без процентов сразу на карту Сбербанка. Как это делается? То есть человек решает войти именно с карты Сбербанка. Для этого вам нужно позвонить или же мне, или же нашей администрации, это Лена Лукина и Денис Сологуб. И мы дадим вам номер счета Сбербанка, куда вам нужно перечислить денежные средства. Вы их перечисляете, а мы внутренним переводом начисляем вам именно на баланс. Делается это очень просто. Итак, ЛСы равен 1 рублю. Если вы входите на рублевой площадке, здесь ничего не трогайте. А вот эту графу «Кому перевести» вы почту отсюда удаляете и пишите номер именно тот, куда будете переводить денежные средства. Так, сейчас я впишу свой дополнительный кабинет. И мы нажимаем «Проверить». И вы увидите здесь имя и фамилию и фотографию того человека, куда вы будете отправлять денежные средства. После этого вы вписываете сумму, которую будете переводить, и обязательно нажмите на вот здесь кнопочку «Проверить». Вот в этой графе вписан ваш личный пароль от вашего кабинета, с которого вы переводите деньги. «Проверить». Выскакивает вот такая табличка. Пароль подтвержден. Нажимаете на «Ок», ставите галочку и нажимаете «Отправить». И денежные средства перейдут на тот кабинет, куда вы их отправляете. То есть вам сейчас нужно также зайти на свою почту и найти письмо с подтверждением, что вы отправляете денежные средства. Оно будет находиться или же во входящих, или в папке спама. И нажмете на одно единственное слово «Подтвердить». И деньги спишутся с вашего баланса и поступят на тот кабинет, куда вы их отправляете. Итак, здесь мы с вами тоже разобрались. Следующее действие, что нужно делать. После того, как вы пополнили баланс, вы нажимаете кнопочку Moneybox. Если же вы входите на Moneybox, очень многие партнеры спрашивают, можем ли мы активировать, к примеру, площадку банк. Да, можете. Вы можете тогда нажать на площадку банк, и здесь одна единственная кнопочка, она вот здесь сразу. Просто нажимаете на активацию и встаете, собственно, сразу на площадку ЛСБанк. Люди, кто заходит через Moneybox, нажимают Moneybox и опускаются вот сюда вниз, вниз. Первый бокс, он обязателен. Нажимаем 50 рублей. Следующие боксы у нас уже идут по вашему желанию и по вашему выбору. Вы можете активировать буквально любые боксы. Очень многие партнеры входят именно на 2, на 3, на 4, на 5, кто и на 6 боксов. Есть такие, кто активирует и сразу 7. Но это не обязательно. Это только по вашим финансовым возможностям. Потому что площадка это социальная, но в то же время вы должны понимать, если же вы пришли зарабатывать именно хорошие деньги, то чем больше боксов вы купите, тем быстрее вы начинаете зарабатывать. Итак, площадки мы с вами боксы купили. Следующее действие. Вы должны подняться вот сюда вверх, и вы увидите себя ровно столько, насколько вы купили себе боксов. То есть первый, второй, третий, там четвертый, пятый и шестой. Вот сколько боксов вы купили, столько вы раз себя и увидите. И вы должны обязательно нажать именно «Занять», потому что это у нас управляемые столы, то есть боксы. Я рекомендую партнерам закрывать, вот именно ставить «Занять» именно на правую ножку. Для чего? Из каких это таких побуждений? Смотрите. К примеру, вы поставили занять на первое место, и к вам летит реинвест сверху. Он куда придет? Слева направо на свободное место, правильно? И ваша галочка слетит. Но мы же с вами все люди живые, мы можем и в магазин сходить,
и куда угодно, просто даже выйти из дома. Мы же не можем постоянно здесь сидеть и следить за этими галочками. Поэтому я рекомендую всем партнерам именно ставить галочки на второе место, вот сюда. Таким образом, если к вам придет перелив, он упадет к вам вот сюда. И ваша галочка, она просто сохранится, она будет стоять, собственно, на месте. И ваш следующий партнер или же следующий перелив, он уже встанет вот сюда к вам. Таким образом, вы поставили вот эти вот галочки, вы поставили везде занять, занять. Следующее ваше действие. Что вы должны сделать? Вы должны поставить сюда человека. Вот именно ваш партнер встанет вот сюда. Насколько боксов вы его пригласите, настолько он сюда к вам и встанет, каждый ваш бокс. Но если вы, к примеру, встали на 3 бокса, а ваш партнер встает на 4, соответственно, на 3 бокса он встанет к вам, а на 4 бокс он встанет к вашему вышестоящему партнеру. Поэтому в этом случае тоже нужно как бы предполагать. Итак, если вы пришли на 3 бокса и ваш партнер встал также на 3 бокса, следующее действие, которое я рекомендую делать, это обязательно вот на это место, вот сюда, поставить ваш клон за 50 рублей. Для чего это делается? Чтобы ваши боксы равномерно двигались к седьмому боксу. То есть, чтобы каждый бокс он у вас был открыт. Потому что очень многие партнеры звонят и говорят: «Лен, посмотри, пожалуйста, вот мой кабинет». Открывают, а у них половина боксов их нету. Или же вот некоторые рекомендуют, там, зайдите на первый бокс, на четвертый бокс. И получается вот такой пустой промежуток. Но я считаю, что это просто как бы ни к чему. Боксы, они должны равномерно перетекать с одного во второй и ползти, собственно, в седьмой бокс. И тогда вы будете получать именно по 3200 рублей за каждый ваш клон, который будет идти к вам. И, соответственно, будут клоны перемешиваться с реальными людьми, которыми вы будете приглашать. И вы будете регулярно выходить на выплаты. Итак, представьте, что вы вот сюда поставили клон за 50 рублей. Что будет происходить? Ваш первый бокс встанет вот сюда, и вы снова, во-первых, увидите себя наверху, и под вами пусто. Когда вы сюда поставите свой клон, также под вами откроется снова бокс. В первом боксе вы будете также видеть себя наверху и будет под вами пусто. Закрывается второй, и он летит вот сюда, а именно в третий бокс, и он у вас снова будет открытым. А третий, он произведет вам покупку четвертого бокса. И вы далее сможете также приглашать партнера, также покупать клона. В общем, пригласили партнера, купили клон. Пригласили партнера, купили клон. И вы будете таким образом двигаться, двигаться, двигаться и, собственно, бесконечно зарабатывать денежные средства. Когда у меня человек спрашивает, сколько нужно пригласить людей, у меня возникает сразу такой вопрос. А сколько ты хочешь заработать денег? Мы с вами пришли сюда работать. Соответственно, наша с вами работа состоит из того, что мы должны нести информацию в массу, то есть приглашать партнеров. И чем больше мы будем приглашать партнеров, тем больше станет наша, собственно, команда, тем больше мы будем зарабатывать денежных средств. И выйдем с вами и на пассивный доход. То есть мы будем и пассивный доход получать, и также за продвижение по боксам это у нас будет активный доход. Итак, мы с вами разбираем далее. Что у нас здесь еще есть? Как только вы входите в свой кабинет, первым делом вы должны смотреть вот на это табло. Оно должно быть у вас полностью заполнено. Если кто-то где-то здесь вы увидели прочерк, значит слетела ваша галочка. Здесь подписан первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой бокс. Где прочерк, значит в этом именно боксе галочка и слетела. Вы должны прийти именно туда и поставить снова галочку. Также у нас есть здесь и поисковик, как нужно им учиться пользоваться. Это тоже очень просто, просто нужен навык. И я рекомендую всем своим партнерам выписать всех своих лично приглашенных людей именно просто в тетрадку, и пусть она лежит у вас перед глазами. И таким образом вы просто сможете всегда вбить номер ваших лично приглашенных партнеров
и посмотреть, как они стоят. Вот, к примеру, так. Так, сейчас мы вобьем номер. И нажимаем все столы. И мы видим, как стоят наши лично приглашенные партнеры. Собственно, вы можете просмотреть всех своих лично приглашенных партнеров. Что мы здесь видим? Мы видим, что человек стоит сейчас на 5 боксах, и у него все ножки получаются пустые. Нет, не все. Так, это получается, у него в пятом стоит 2 места пустых под ним, в четвертом 2 места пустых, а вот в третьем боксе одна ножка занята. То есть 2 стоит клона. На одном 2 ножки пустые, а на одном одна ножка занята. Во втором боксе также у него стоит клон и 2 ножки пустых. И в первом одна ножка занята. Судя по этим табличке, мы можем все здесь просматривать, как по карте. Но мы все должны с вами понимать, что мы лично можем управлять только собственными клонами, расставлять их, куда мы посчитаем нужным, а управлять с лично приглашенными партнерами мы можем только первым идущим за нами. То есть вот это для нас место, которым мы управляем. И независимо, в каком он стоит боксе, в шестом, в четвертом, в третьем, а его хвостом мы управлять уже не можем. Он сам дает направление именно для своих клонов. Что такое зеленое? Зеленое — это значит, стоит человек, под ними 2 пустых ячейки, то есть ножки не заняты. Красные — это закрытые столы, они нам вообще не интересны, мы даже туда можем не смотреть. Синие — это там, где стоит человек, то есть под кем он стоит, это нам тоже абсолютно не нужно. Нам самые интересные столы – это вот оранжевые. Значит, там одно место занято, а одно пустое. И вот именно на этом месте создается очень большое количество ошибок. Люди думают, если вы это мой личник, одна ножка занята, я туда поставлю галочку, и он придет ко мне. А потом звонит и говорит, я поставил галочку под своего личника, а он ко мне не пришел. Вот если у него будет вот здесь одна ножка занята, он придет к вам. А вот этот клон, он не пойдет ко мне, он не увидит моей галочки, он не будет ее слушаться, потому что он слушается именно своей галочки. Вот куда он ему даст направление, туда он и пойдет. То есть он пойдет именно к нему. Но мы тоже будем в плюсе, потому что у него в четвертом боксе будет уже одна ножка занята. И туда можно будет поставить галочку, и он придет также в пятый. То есть здесь можно буквально, тут реально, как по карте все это видеть, и даже можно выстраивать какие-либо цепочки. К примеру, вы вбиваете номера подряд всех своих личников и начинаете выписывать, где у вас одна ножка, к примеру, в пятом столе, где в четвертом боксе, в третьем боксе. И постепенно от большого к малому ставить туда занять, занять, занять. И как только вы выстроите всю эту цепочку, ну, естественно, что цепочка будет выстраиваться только у тех партнеров, у кого как бы уже, ну, больше личников. И тогда можно будет купить даже клоны, любые. А клоны мы можем покупать безгранично, хоть сколько. И клон стоит ровно столько, сколько стоит бокс. То есть, если вот мы захотим вот сюда поставить человека, чтобы он перешел к нему же, допустим, вот в четвертый, нужно будет нажать сюда «Занять», пройти посмотреть и поставить под него «Занять». И получается опуститься вниз и купить ему именно третий бокс ценой 200 рублей. И тогда он встанет вот сюда. Стол закроется, и одна ножка закроется в четвертом боксе. Итак, есть ли какие-либо вопросы? Пожалуйста, вы можете мне их писать. Я буду периодически поглядывать и задавать, то есть отвечать на ваши вопросы. Так, как правильно подписаться, чтобы я могла постоянно работать в первом столе? Так, как правильно подписать, чтобы я могла постоянно работать в первом столе? Не поняла вопрос. Чтобы вы постоянно, у вас был открытый стол, пригласили человека, сразу покупаете клон. Пригласили следующего, снова покупаете клон. И у вас всегда будет открыт первый бокс. Так,
Так. Сколько столов в боксе? Бокс – это вы, а под вами две пустых ячейки. Это все. Так, хвост – это сейчас я вам буду объяснять, как, что я такое подразумеваю я под хвостом. А это вот, смотрите, вот это личник. А все остальное – это уже его. Это он может управлять собственными клонами. То есть я сказала типа клон. То есть хвост. Мы также можем просмотреть и любого другого партнера. Так, сейчас я посмотрю. Так, сейчас мы другой номер вобьем, чтобы было более понятно. Так, вот, к примеру, 20. Так, 6. Так, 8, 7. Нажимаем все столы. И сейчас страничка наша обновится, и мы увидим следующего партнера. Вот смотрите. Человек стоит уже в седьмом боксе. И чтобы он получил первую выплату, видите, у него открытый стол, то есть к нему еще никто не пришел. Но у него в шестом боксе оранжевое, то есть один человек есть, а второго нету. Если в туда поставить галочку, и поставить туда, купить клон, допустим, или же поставить туда партнер, то он получит первую выплату и, соответственно, перейдет на площадку ЛСБанк и получит 700 рублей на баланс для вывода. И он может управлять, получается, полностью вот своим хвостом. Я здесь уже как бы влиять на его, собственно, развитие особо уже как бы и не могу. То есть он уже дошел до седьмого бокса, и галочек моих он больше слушаться уже не будет. Так, есть еще какие-либо вопросы? Так. Да, совершенно верно. Лично меня уже и каждого спонсора, именно клоны ваших лично приглашенных партнеров, они не слушаются. Мы можем каждый из нас управлять только собственными клонами. Так, если я зашла в банк, активацию еженедельную за 50 рублей надо делать. Заходить в первый бокс обязательно. Так, если уже в банке. Так, Людмила, отвечаю на ваш вопрос. Если же вы зашли на площадку ЛСБанк и у вас площадка Moneybox не активирована, вам никаких еженедельных оплат делать не нужно. То есть вы уже по желанию хотите ее активируете, хотите не активируете. Так, а можно купить во второй площадку или так третий стол его закрыть? Можно ли сразу после регистрации выкупить? Да, вы можете покупать буквально любые столы, любые боксы. Именно об этом я и говорила, что это даже очень выгодно сразу активировать боксы. Но каждый из нас обязательно должен купить первый бокс ценой 50 рублей. Это важно. Так. Так. Читаю следующие вопросы. Так, если ко мне люди не идут, а я зайду в месяц. Так, не идут, я выйду в месяц. Если вы будете покупать собственные клоны, вы можете выйти на 3200 рублей хоть за один день. Это все будет зависеть только от вас лично. Какие клоны вы будете покупать? Так. Если вы работать не работаете, вы зарплату получите. Ну, здесь, видишь, Ирина, немножечко по-другому можно сказать. Тут все зависит, если вы будете покупать собственные клоны, то есть заниматься как бы самовложением, как в копилочку, а наша площадка Moneybox переводится копилочка, то человек также может выйти на доход и также может перейти на площадку ЛСБанк. Так. Видимо, прослушал по поводу замороженных денег. Куда их использовать? А про замороженные деньги я сегодня еще ничего не говорила. И именно сейчас я хочу сказать, что такое замороженные деньги. Так, что означают цифры возле имени в боксе? Так, возвращаемся в кабинет и начинаем с вами рассуждать. Вот смотрите.
Так, цифры возле ваших имен. Вот эти вот цифры, это сама система присваивает номера каждому клону. Вот 163, 164, 161. Это каждый клон, как бы у него свой порядковый номер. Но не обращайте абсолютно на эти номера никакого внимания. Они вам не нужны. Вы когда нажимаете площадка Moneybox, вы видите себя в реальном времени, как вы именно сейчас стоите. И вам этого достаточно. Не забивайте этим голову. А по поводу именно замороженных денег. Вот смотрите. Давайте будем вот таким образом рассуждать. Замороженные денежные средства, они идут для того, чтобы вы автоматически могли передвигаться из одного бокса в другой, на площадке ЛС-банк из одного стола в другой. То есть не особо даже внимание-то на эту заморозку как бы заострять не нужно, потому что здесь рассчитана система все правильно. Ни вы не можете обмануть систему, ни она вас не обманет. Вот, к примеру, к вам в бокс, на первый бокс стал человек, к вам идет вот сюда в заморозку 50 рублей. Вы даже сами купили сюда клона, соответственно, первый у вас закрылся и произошла покупка второго стола. Заморозка списалась. Вот сюда, к примеру, стал человек, вам снова 50 рублей на заморозку. Второго поставили. Значит, вы ушли вот сюда. На вашем балансе 100 рублей в заморозке. Или же давайте вот таким вот образом. К примеру, вы встали на 3 бокса сами. И тут же пригласили к себе человека. Он встал к вам вот сюда на 50, на 100 и на 200. У вас в заморозке вот здесь будет 350 рублей. Как только вы вот сюда поставили своего собственного клона, вот это закрылось, и произошла покупка именно третьего, четвертого бокса. То есть ваши денежные средства заморозки списались и ушли на покупку четвертого бокса. Встают следующие партнеры, или же вы покупаете себе дополнительные клоны, и заморозка, собственно, от стола появляется. То есть не заостряйте на этом особого внимания. Вы не можете использовать куда-либо самостоятельно эти деньги, их только система будет сама распределять. Зато деньги, которые появляются на вашем балансе, вот именно вот здесь, вы можете их смело уже выводить. Это ваши заработанные средства. Так, смотрим, какие у нас здесь еще вопросы. Так, можно ли выкупить у второй площадку сразу третью, так и закрыть? Ну, на этот вопрос я вам уже ответила, что можно. Так. По поводу синих, там, где занято. Эти места мы бронируем для своих лично приглашенных партнеров или же для собственных клонов. То есть мы можем сюда приглашать людей именно для того, чтобы люди могли обучаться работать именно в управляемом маркетинге. И поверьте, как только люди этому научатся, никогда более не вернутся работать именно в стандартные матрицы. Потому что именно в стандартных матрицах идет распределение средств слева направо. И там нужно огромное количество людей, чтобы получить какие-либо денежные средства на вывод. Здесь же вы сами можете управлять своим бизнесом. И поверьте, это очень круто. Итак, следующее действие. Мы с вами разобрали, что же такое площадка Moneybox, как пользоваться поисковиком, куда нужно смотреть в первую очередь. И у нас здесь с вами идет еженедельная именно оплата. И вот когда у вас вот здесь вот высветится вот такая вот красненькая табличка, я сейчас вам покажу ее на слайде. Так, вот она, вот такая вот. У вас образовалась задолженность. И чтобы ее погасить, нужно нажать вот именно на вот эту кнопочку. Не нужно думать, что вы должны зайти и попуститься вниз и напокупать себе клонов. Клонов вы можете покупать в любое время и неограниченное количество.
но они не имеют никакого отношения именно как плате долга. А долг – это наша еженедельная оплата. Чем она хороша? Давайте с вами об этом поговорим. Потому что именно на нашу площадку Moneybox можно рассматривать ее с разных вариантов. К примеру, люди все разные. Работаем мы только на приглашениях, то есть получаем денежные средства от вновь пришедших людей. И вы сами понимаете, что люди могут вам сказать, что я вообще не рассматриваю матричные проекты. И таких людей на самом деле много. Но они недопонимают, что именно большие деньги заложены только в матричных проектах. И поверьте, инвестиций в интернете нет. Это только вымышленные легенды. Собирают деньги, закрываются, и, собственно, люди потом теряют. А у нас проект матричный, он надежный. Работать будет очень долго. Клуб у нас официально зарегистрирован. И то, что у нас здесь есть еженедельная оплата, это тоже очень хорошо. И как она распределяется? Давайте с вами разберем именно это. На нашу площадку Moneybox вы можете приглашать не только на управление именно боксов, но и как на пассивный доход. То есть вы можете сказать, вы хотите выйти на пассивный доход? Как вы думаете, что вам могут ответить? Я не думаю, что кто-то вам скажет, что ему не интересен пассивный доход. И сейчас я тоже у вас спрашиваю, у вас есть желание выйти реально на пассивный доход? Ответьте, пожалуйста. Отвечайте смелее. Кто из вас желает выйти реально на пассивный доход? Активнее, активнее. Мы с вами абсолютно на равных условиях, абсолютно на равных. Вы можете задавать мне любые вопросы, я являюсь точно таким же партнером, как и вы. Просто работаю здесь уже как бы второй год, поэтому знаю, как работают все наши столы. А сейчас давайте именно вот это и рассмотрим, как мы с вами это сделаем. Возвращаемся так на слайд и начинаем разбирать. А мы начнем вот с этой таблички. Прошла ровно неделя, как мы с вами активировали бокс. Пусть даже те люди, которые активировали его даже просто на 50 рублей, ну, это те люди, которым вы сказали, вы хотите выйти на пассивный доход, но они сказали, что мы не рассматриваем матрицы. Хорошо, развивайте первую линию. И она у вас безгранична. Людей зовите сколько хотите, даже просто на 50 рублей. Что будет происходить? Прошла ровно неделя. Мы оплачиваем все по 50 рублей именно на подтверждение активности. И денежные средства распределяются на 5 уровней вверх по 10 рублей. Кажется, что такое 10 рублей? Ну, ничего на них не взять. И вы знаете, были уже такие практики в интернете, когда была еженедельная оплата там или ежемесячная, но она была завышена, и, собственно, не каждый мог ее оплачивать, и поэтому такие проекты вставали. А именно 50 рублей, понимаете, есть у всех. Ну, пачку сигарет человек не купит. Ну, да у всех есть 50 рублей. И что получается? У вас еще как бы нет такой структуры, вы новичок, людей у вас мало. Но вы пригласили два человека, и они по два. И вот если каждый пригласит по два, это будет такая маленькая структурочка, но это можно сделать буквально за день, два, три. И ваш доход в месяц уже составит 1240 рублей. Но у каждого человека регистрация произошла в определенное число, а ровно через 7 дней активация. То есть вы будете выходить на ежедневный пассивный доход. Но на этом же вы не остановились. Ваша зарплата составила всего лишь 1240. А на абонентскую плату в месяц у нас с вами уйдет всего 200 рублей. То есть вы уже в плюсе, уже у вас 1000 есть. Прошла еще неделя. Мы работаем, людей приглашаем. А и мы снова оплачиваем абонентскую плату. Но сейчас у нас уже идет именно на покупку клона. То есть у вас начинают боксы также приносить вам как бы продвижение давать. Третья неделя. Мы снова с вами оплачиваем именно реферальные начисления. Но
Вы же за это время тоже работали. И пусть даже за такой как бы большой промежуток времени каждый из вас пригласил всего по одному человеку. Это условные таблички. Так, конечно же, не будет. У кого-то будет три партнера, у кого-то уже 33, у кого-то будет 0 партнеров, потому что скорость у всех разная, и у всех разное отношение к бизнесу, понимаете? А по-другому я назвать не могу, это реально управляемый бизнес. Но кто-то верит, кто-то не верит, кто-то ленится, кто-то работает, все мы разные. Но даже если выстроиться вот так 3-3-3-3, доход уже составит у вас в месяц 7260 рублей, а для кого-то это уже доход, для кого-то это пенсия, зарплата. То есть это уже очень хорошее подспорье, понимаете? И это же не разовая выплата, еженедельная оплата. Соответственно, это ваш ежемесячный доход. И на этом ведь мы не будем останавливаться. Время идет, прошла еще неделя, и мы с вами опять оплачиваем 50 рублей. Но вот эти 50 рублей пойдут снова на покупку клона. То есть там снова начинается продвижение. И так до бесконечности каждая неделя 50 рублей. А вас уже стало 5, 5, 5, 5. Пусть у кого-то уйдет на эту работу месяц, у кого-то уходит 2, пусть у кого-то даже полгода, у кого-то год. Но согласитесь, дойти до зарплаты в 78 тысяч нужно постараться. А это сделать реально легко. Что такое пригласить 5 человек на 50 рублей? Вот он результат. 78 тысяч в месяц. Но ведь и это не предел. Ведь первая эта линия у вас безгранична. И наша с вами цель. Если в каждый пригласит на таких условиях 10 человек, но только скажет своему лично приглашенному партнеру, отнесись ко всему серьезно, оплачивай абонентскую плату, не копи на своем кабинете задолженность, давайте будем работать и относиться к этому серьезно. Ваш доход в месяц составит 2 222 200 рублей. Вообще представляете, какие это деньги? Люди идут во всевозможные проекты, теряют свои деньги, да? Идут какие-то жилищные программы, ищут, которых никогда ничего не получают. Или же идут на какие-либо там программы, там у них путешествия. У нас этого нет. Мы никому не вешаем лапшу на уши. Просто мы работаем и зарабатываем деньги. И вам даем такой инструмент для работы, где вы можете реально зарабатывать, оплачивая абонентскую оплату в 50 рублей в неделю, выходить вот на такие доходы. Даже через год или через два. Если вы придете к такому результату, то представляете, что можно улучшить любые свои жилищные проблемы. Можно полностью рассчитаться с ипотеками, с кредитами. В общем, можно сделать все. Вы можете путешествовать, куда вы пожелаете. Все в ваших руках. И когда человек устраивается на земле на работу, вот даже вот просто представьте и подумайте об этом. Он никогда не спросит у отдел кадров, сколько дней мне должен ходить на работу, сколько я работы должен попеределать, что я должен вот это, что вот это. Он просто выполняет свою работу. Он либо работает и получает зарплату, он либо не работает и ничего не получает. У нас куча вопросов. Еще ничего не сделал, вообще ничего. Уже звонит и говорит, сколько я должен пригласить людей. А сколько вы хотите заработать, столько и приглашайте. Через какой определенный срок я выйду на доход? Да откуда я знаю, как вы будете работать? Все в ваших руках. Вот. Все буквально в ваших руках. И даже если ваш человек будет выполнять наполовину вашей работы, вы не смотрите тогда на этих людей. Вы за себя смотрите. Каждый смотрите просто за собой и приглашайте партнеров в первую линию. И никогда ни в коем случае не смотрите на такие рекламы, где вам приглашают, предлагают халяву. Типа заходи, залетай. У нас команда, сейчас мы тебе все построим. Не построят. Поверьте, не построят. И ни в коем случае не надо соглашаться, где он сейчас будет говорить. Мы заходим, выстраиваем 2-2-2-2-3-3-3-3-3. Но если вам нужна вот такая зарплата, как 1000 рублей, то можете смотреть в эту сторону. Если же вам нужна вот такая зарплата, обходите мимо таких людей. Пусть это будет немного сложнее. Но результат не заставит себя ждать. В любом случае, приглашая партнеров в первую линию, которая, я повторяю, у нас безгранична, вы будете выстраивать себе именно ширину. А там кто будет, кто не будет, люди разные.
Но ваша глубина начнет расти, и вы начнете выходить на пассивный доход при любом раскладе, вообще при любом. Вы же не знаете, какой партнер вы пригласите пятого. А кто придет к вам десятым? Может быть, лидер с командой придет. А может быть, и не лидер придет. А может быть, вот этот не лидер, лидера вам приведет. Понимаете? Ничего невозможно предугадать. Все просто в наших руках. Вы просто должны работать. И тогда результат будет обязателен. Так, почему говорите 2 раза в месяц? Фактически, да, правильно. Это зарплата будет, видите, 2 раза в месяц идет на реферальные, 2 раза на покупку кулона. Но доход будет у нас ежедневным, потому что люди будут оплачивать каждый в свой срок. Так, ну а если не идут люди, как это не идут? Люди идут, и очень хорошо. Вы представляете, что за этот срок сколько пришло сюда людей? Люди идут, очень хорошо. А не идут кому-то определенному только по одной причине, что вы просто не можете правильно донести до людей информацию. А чтобы вы могли ее доносить, выучите сами маркетинг, изучите свой кабинет. И только тогда, когда вы будете здесь действительно все понимать и все знать, у вас не будет проблем с приглашениями. Поверьте, не будет. Так, каждую неделю платить за 200 рублей отдам. 200 рублей отдам и ничего не получу, так я понимаю. Но это, понимаете, это вот рассуждение людей, которые, ну, я не знаю, даже отвечать не хочу на этот вопрос. Если человек настроен на результат, он обязательно у него будет. А если сидеть и сидеть ныть, у меня не придут люди, я не смогу это, я не хочу вот это. А что вы для этого сделали, чтобы у вас это было? Вы посты выставили, вы каждый день их ставите, вы с людьми каждый день разговариваете. Что вы делаете для того, чтобы у вас что-то было? Если вы будете это делать и делать каждый день, результат будет. Так, предыдущий слайд. Слайды я все могу покидать по чатам. Проблем нет абсолютно никаких. Так, задавайте еще какие-либо вопросы, пожалуйста. Задавайте. Будем с вами активнее. Так. Так, а какой слайд? Пожалуйста, напишите, я поставлю, мне не трудно. Пишите, какой вам нужен слайд. Итак, мы идем с вами далее. Мы с вами разобрали именно площадку Moneybox, а сейчас мы с вами разберем, что же такое площадка LSBank и чем же она хороша. Смотрите, все мы с вами идем именно потом на эту площадку. Площадка – это 2 7-местных стола, которые не делящиеся, полностью также ручного управления. И 2 стола вот такие вот. Вы наверху и под вами 3 пустых места. Чем она хороша? Она по доходности также очень выгодна. Давайте с вами на ней порисуем. Вход на нее составляет 2500 рублей. 2500. Тысяча идет сразу каждому спонсору, кто пригласил человека. Стол идет 1500. И как только к вам вот сюда пришел ваш первый человек, вы сразу заработали 1000, и человек стал к вам ваше плечо. Второго личника вы пригласили, вы снова 1000 получили. И снова как бы человек стал ваше плечо. Чем у вас будет больше личников первой линии, тем вам лучше. Третий ваш стал личник. Вам еще 1000 рублей. И предположим, что к вам пришел перелив. За перелив вы ничего не получаете. Вообще ничего. А вот эти люди, это пригласил ваш личный партнер. И это он за каждого получил 1000 рублей, то есть 2000. То есть получается, вот вы пригласили 3000, то есть 3 партнера, и вы уже заработали 3000 рублей. Это уже ваш доход. То есть вы уже полностью отбили вложенные средства даже за эту площадку. Вот здесь 1500, 1500, 1500. Получается, чтобы вы закрыли стол, ваш доход составляет 6000 рублей, из которых вы уходите во второй стол ценой 3000 рублей. Остается 3. Как они распределяются? Вот эти денежные средства вы на вывод не получаете. Вы получаете только пока на первом столе только за то, что реферальные, то, что пригласили, это ваше. А вот эти деньги вам система вложит в ваше же развитие, ваш бизнес. Она вам купит площадку рублевую за 500 рублей, площадку мультикэш за 1000 и колесо за 1500.
И вы начнете сейчас получать именно пассивный доход по этим площадкам. Как он будет, сейчас тоже расскажу. Ваш партнер закрывает свой стол, и ему также система все покупает. Он идет к вам во второй стол, и вы получаете за две эти площадки по 1100 рублей. Тоже на вывод. То есть вы получили доход за то, что ваш партнер пришел в ваш стол, и за то, что он закрыл свой стол, вам снова 1100. Следующий партнер также закрывает свой стол, он также вам идет во второй стол, и вы также получаете 1100 рублей. Тоже очень хорошо. Представьте, вы столы даже не закрываете, просто люди к вам только встают, а вы везде получаете деньги. Вот этот партнер к вам пришел, вот этот, как будто бы сюда пришел, вам тоже 1100, потому что это ваш личник, и вы уже получили по 1000, здесь 3000, и за то, что вот они к вам сюда пришли, 3300 рублей. А вот это мы нарисовали, что это ваш перелив. Но когда закроется перелив, он не придет вот сюда. Он уйдет к своему спонсору наверх. И когда люди получают переливы, они радуются. Ой, как круто, к нам пришли переливы. Да, круто, хорошо. Я понимаю, что это радость, но когда они уходят назад к своему спонсору, становится немножко грустно. Поэтому свои люди – это очень хорошо. Но и отчаиваться тоже не надо, потому что во второй стол к вам тоже могут свободно падать переливы. Здесь они буквально везде. А вот эти два партнера, как только сюда придут, это ваша вторая линия. Они точно так же пойдут по всем этим площадкам, они также падают к вам везде. Вы за них также получаете реферальные начисления. А за вторую линию это по 500 рублей. То есть за этого 500 и за этого 500. И у вас закрывается второй стол. Второй стол закрылся. Вы заработали 10 500 рублей. И эти деньги ЛСБанк у нас накопительные. Они переходят именно... А, вы заработали тут 12 тысяч. 12 тысяч. И вот 10 500 уходит вот сюда. На покупку третьего стола. А 1500 вот сюда, в вашу структуру вниз. Это реинвест. Реинвестов здесь будет огромное количество. Как может закрыться третий стол? Могут прийти ваши лично приглашенные партнеры. Или спонсор вам может вот сюда поставить человека. Потому что он заинтересован, чтобы вы пришли к нему в четвертый стол и принесли денежные средства. Итак, 10 500, 10 500 и 10 500. Ваш доход составляет здесь... Так, что-то немножечко тут я подзапутал. Так, по слайду сейчас посмотрим. Так, сейчас немножечко так, по слайду. Так, и доход у вас составляет здесь 31 500 рублей, из которых получается, что вы идете в последний заключительный стол. В четвертый ценой 28 500 рублей. В четвертом столе, как показала практика, вот вы даже только просто пришли в четвертый стол, и к вам сюда никто не пришел. Но вы по реферальным начислениям, потому что люди закрывают первый стол, а здесь 10 уровней реферальной программы, вы получаете уже кто-то больше 20, кто-то меньше 20 тысяч. И это только реферальные, все вам на баланс для вывода. А на четвертом столе, как только приходит первый человечек, вам сразу на вывод начисляется 23 500 рублей и идет активация VIP-пакета. Приходит второй, вам 28 500, третий даст вам 28. Вот 500 рублей только пойдет на развитие клуба, а все остальные денежные средства, они начисляются вам. И как вы поняли, что здесь идет огромное количество именно реинвестов. Они идут со второго стола в первый, с третьего они идут во второй, и все реинвесты падают вниз в вашу структуру. И каждый реинвест зарабатывает денежные средства и ползет следом за вами в третий и в четвертый стол. Каждый реинвест, вы также видите его наверху, и под вами три пустых ячейки. Ставите галочки и начинаете везде зарабатывать денежные средства. Здесь доход вообще не ограничен. Площадка ЛСБанк, она вообще классная. Представляете, что вам нужно просто активно работать именно на площадке Moneybox и на площадке ЛСБанк. И вы начинаете получать доход по всем нашим площадкам.
Это по рублевой, потому что они люди туда все идут, закрывая первый свой стол. За площадку мультикэш, потому что они все туда идут. И за площадку колесо. Все площадки вам будут нести пассивный доход. Плюс за каждый реинвест вам будут опять же идти люди, и вы будете получать уже за каждый 28 500, 28 500 и 28. Это бесконечный поток денежных средств. Рублевая площадка вам тоже принесет доход в размере на старте 8 тысяч, а на VIP в дальнейшем 80 тысяч рублей. А сейчас я хочу вам спросить, как вам нравится наш маркетинг? Так. А, с реферальными вознаграждениями, да, пожалуйста. Вот один слайд. Можете копировать. И вот второй слайд. Потом я эти слайды могу покидать по чату. Без проблем. Без проблем. Так. Итак, задавайте еще какие-либо вопросы. Так, почему в первом боксе стоят один? Так. Это система, я еще раз повторяю, система каждому клону присваивает свой номер. Они не нужны вам. Вы просто нажимаете Money Box и смотрите на себя в реальном времени. Не обращайте внимания на эти цифры. Они вам абсолютно не нужны. Вы лучше приглашаете партнеров и зарабатываете деньги. А маркетинг действительно у нас очень классный, действительно очень хороший. Потому что мы получаем действительно пассивный доход буквально практически со всех площадок нашего клуба. А сейчас я открою свой кабинет и хочу вам показать то, что действительно каждый буквально реинвест снова же ползет именно вот в четвертый бокс, и вы регулярно будете получать деньги. Вот это 994. Вот. Вот он, 994. Даже наши дополнительные кабинеты, они регулярно ползут к нам и приносят нам доход. То есть каждое вот это вот окно приносит по 28 тысяч. Можно сказать, где-то 28 500, последнее 28. Следующий смотрим. Вот, нажимаем. Вот это все закрытые столы. Следующее смотрим. Также 28, 28, 28. И на следующий нажимаем. Так. Сейчас немножечко опущу. Все то же самое. 28, 28, 28. Доходы здесь вообще не ограничены. Это только вот один кабинет. Также вот и на эти нажимать. На второй. Вот. Я веду два кабинета в параллели. Вот видите, они даже друг к другу ходят и приносят деньги. То есть здесь работает реально одно удовольствие. А сейчас мы с вами рассмотрим, что же это за такие площадки, которые нам несут пассивный доход. Давайте начнем с площадки Multicash. Активировать ее самостоятельно, ну, мне даже не обязательно, потому что она активируется у всех партнеров, кто закроет первый семиместный стол на площадке LS-Bank. И все партнеры пойдут следом за вами и будут нести вам доход за первую линию по 500 рублей. Вот так вот они начисляются. Реферальных 10 уровней. На манибоксе 5, здесь 10. Но здесь нету еженедельных оплат, а там есть еженедельная оплата. То есть там мы получаем пассивный доход, здесь его нету. Здесь пассивный доход только за счет того, что люди внизу работают, и, собственно, вы получаете деньги. Но здесь нету еженедельных оплат. Вторая линия – это по 100 рублей. Ваши уже люди работают, вы получаете денежные средства. Третья линия – с третьей по десятую по 50 рублей. Вот здесь реально, можно сказать, уже пассивный доход, потому что вы даже не знаете вообще тех людей, кто у вас работает на пятом, на шестом, на седьмом уровне, на восьмом, тем более на девятом, на десятом. Но вы за каждого получаете по 50 рублей. Это тоже хорошо. Площадка – Клуб миллионеров. Это колесо нашей фортуны. Вы также получаете за него денежные средства. То есть все партнеры, которые после вас будут активировать именно проходить вот первый семиместный стол на ЛС-банке, они будут сыпаться на ваше колесо. Вы видите себя в центре этого колеса. И каждый фиолетовый кружочек – это уже реальный человек. То есть мое колесо на первом кабинете, оно полностью у меня уже заполненное.
Вот таким вот образом оно вам тоже будет нести абсолютно пассивный доход. И площадка рублевая, ЛС. Давайте ее рассмотрим, как же она у нас выглядит. Наша площадка выглядит вот таким образом. И она также у нас привязана именно к площадку ЛС-банк. Каждый человек, который закрывает семиместный стол, он будет падать именно на эти рублевые площадки. Всего три стола. Пакет старт. Вот он стоит 500 рублей. Пакет VIP. Господи, так. Пакет VIP. Он стоит 5000 рублей. VIP. И все люди начинают сюда, собственно, падать. Вот таким вот образом. Сейчас будем рисовать. Потом по рублевой площадке я также сделаю видеозапись отдельно и также покидаем потом по чату. Вот смотрите, потому что очень много вопросов именно по этой площадке тоже возникает. Смотрите, вы видите здесь себя наверху. Ваш партнер также закрывает площадку ЛС-банк первый семиместный стол. И он падает к вам вот сюда. Вам на баланс вот сюда приплюсовывается 500 рублей. Как только к вам вот сюда встает следующий партнер, также закрыл свой семиместный стол, он падает к вам во второе место. И у вас происходит автоматическая покупка именно второго стола. Третий партнер падает. Вы получаете возврат 500 рублей на баланс для вывода. Теперь под этого человека. Ваши люди первой линии строятся, уже у них там строится. То есть они уже начинают закрывать свои столы. Но в порядке очереди здесь столы неуправляемые. Поэтому здесь система будет расставлять слева направо свободное место. То есть ваш четвертый партнер уже упадет вот сюда. Ее партнер под нее упадет. Вот два упала, она пришла вот сюда, видите? Вот сюда она пришла. Как только к ней падает третий человек, она возвращает 500 рублей. Следующее идет заполнение вот следующего человека. Сюда один, два. Она придет сюда. Как только третий, она вернет 500 рублей. Теперь идет заполнение следующего партнера. Сюда, сюда два. Он сюда придет. Третий вернет ему 500 рублей. Таким образом, вы уже уходите именно в третий последний стол. Тут всего три уровня. 3, 9, 27. Но на самом деле, для того, чтобы перейти на как бы следующий уровень, здесь людей надо гораздо меньше, в том плане, что получается, два человека дают переход, а третий возврат вложенных средств. Но в любом случае, конечно же, надо строить 3, 3, 3, 3, 3. А чем больше личникам, тем быстрее все это будет закрываться. Вообще надо выстраивать первую линию. Тогда будет очень круто. А теперь под нижний ряд также выстраивается по два человека. И они, собственно, переходят уже под ваших людей вот сюда во вторые столы. То есть здесь все это начинает разрастаться. И когда здесь вот будет вставать люди, то вот эти уже будут переходить именно к вам в третий стол. Как только сюда встал первый человек, вы сразу получаете на пакете старт 1500 рублей на вывод. Вы можете эти деньги уже выводить. И от вас идет реинвест в первый стол и во второй. То есть реинвест встает в нишу в вашу структуру. И точно так же сокращают количество приглашаемых людей. Вот этот человек придет сюда, вы получаете 3000 рублей. Вот этот придет сюда, вы получите еще 3000 рублей. То есть ваш доход составляет на пакете старт 500 рублей возвратных и плюсом 7500. Все, вот это один раз отрабатывает и все, собственно. Поэтому как бы отдельно заполнять вот эту площадку, там, где у вас есть именно площадка Moneybox, я бы просто чисто по-человечески не советовала. Она так и так у вас закроется самостоятельно. И также у нас вот пакет VIP. Он работает то же самое. 3, 9, 27. 3, 9, 27. Но сокращение людей идет, потому что идут еще и реинвесты в первый стол, во второй стол реинвесты, потому что движение идет. Два человека и переход. Не так, что три, а два. А третий – это уже им возврат вложенных средств. Каждый партнер, приглашая третьего человека, возвращает вложенные деньги.
И зарабатывает он 15, 30 и 30, то есть 75 тысяч рублей. Все площадки хороши, вот реально все. Вот на любую посмотреть, все площадки классные. Но все это должно у вас быть в голове. Вы понимаете, да, вы должны понимать, с чего вы начинаете, к чему вы идете. Ну, буквально с одними же и теми же людьми вы получаете доходы везде, буквально. Но это очень интересно, и это очень круто. Итак, есть ли какие-либо у нас еще вопросы, пожалуйста? Так, я хочу работать на третьем и четвертом столе второй площадки. Так, не поняла я вопрос. Как это работать на третьем, четвертом столе во второй площадке? Вы имеете в виду, что сразу заходить на площадку ЛС-банк на третий, четвертый стол? Так, не покупать манибокс дополнительных клонов, помимо подтверждения, если склонов я не буду. Нет, каждый буквально клон вам будет приносить доход. Покупаете за 50, получаете 3200. Покупаете за 50, получаете 3200. Каждый вам будет клон нести доход. Но так, 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 но нужно без приглашения на одних клонах долго застрять. Ну, вы знаете, что хочу сказать? Маркетинг у нас не то, что неплохой, у нас замечательный маркетинг, но в любом интернет-проекте без людей невозможно заработать. Вы должны это четко знать. Нету других работ у нас в интернете. Мы должны только обучаться работать и обязательно приглашать людей. Обязательно. На площадке Moneybox вы можете двигаться своими клонами, но в любом случае людей приглашать, конечно же, надо. Так. Так, так, так. Итак, на площадку ЛС-банк мы входим только на первый стол. Мы не можем войти отдельно на третий, четвертый стол. Реально не можем. А, если же вам есть желание, то есть вы, я так понимаю, Елена, что вы хотите сразу зарабатывать хорошие деньги. То есть быстро начинать стартовать, приглашать и быстро все зарабатывать. Я правильно вас поняла? Пишите. Если кого-то интересует быстрый заработок, вы можете использовать нашу площадку Удвоитель. Я сейчас вам о ней тоже расскажу. Наши удвоители, они не привязаны к нам именно ни к банку, ни к манибоксу. Это отдельная история. И она также находится в вашем кабинете. Есть вход 750 рублей, 7,5 тысяч и 25 тысяч рублей. 7,5 и 750 рублей, они неуправляемые. То есть приходит первый человек, денежные средства идут в заморозку, приходит второй человек, тогда вы получаете и ваш спонсор. И так, собственно, до бесконечности. Потом начинают приглашать ваши партнеры. Я сейчас вам это нарисую, как это происходит. То есть вы видите себя наверху, вот на 750 рублей или же на 7,5. Первый партнер идет в заморозку. Приходит второй, если вы не нажали кнопочку автопокупки, вы получите 1500 рублей и снова в ручном режиме по желанию можете снова купить удвоитель, можете не покупать. Если же вы покупаете кнопочку автопокупки, включаете, то получается первый приходит заморозка, приходит второй, вам 750 рублей и вашему спонсору. То есть система у вашего спонсора купит снова вам такое дополнительное место. Вы приглашаете третьего, вам заморозка. Приглашаете четвертого, вам 750 рублей и вашему спонсору. И, собственно, так это будет продолжаться до бесконечности. То есть первая линия безгранична. Ваши люди приглашают первого, им заморозка. Только они приглашают второго, они идут к вам. То есть система у вас покупает им Авторинвест. И так, собственно, до бесконечности. А вот удвоитель на 25 тысяч рублей, он работает совершенно по другой схеме. И он очень интересен, я вам скажу, потому что именно к этому удвоителю у нас привязано именно обучение торговли на бирже, и также будет привязано именно VIP-обучение. И вход на постоянной основе у нас акция. Ни один чек, скажу вам честно, у нас за 25 тысяч пока не входил. Сумма входа составляет, вот это удаляем, 12 500 рублей.
И здесь нет заморозки, и как вы видите, здесь все полностью управляемо. Получается, приглашая первого партнера, вы сразу 100% возвращаете себе на баланс для вывода. А второй ваш партнер, он вам дает возможность купить автореинвест, то есть денежные средства идут наверх, вам система купила автоматический реинвест, и вы видите себя наверху, и под вами пусто. Вы приглашаете себе третьего и 100% зарабатываете. Четвертый снова вам дает автоматический реинвест. И так, собственно, до бесконечности вы будете видеть себя наверху. Преимущество то, что деньги не замораживаются, риска практически нет никакого. Пригласили, сразу вернули вложенные деньги с первого партнера. И продолжаете работать. Каждый ваш человек, приглася первого, также вернет вложенные деньги. А как только он пригласит, он к вам придет, и вы получите уже пассивный доход. То есть эта площадка тоже очень хороша. Она подходит именно для тех партнеров, кто реально хочет быстро и много зарабатывать. Итак, какие у нас есть еще вопросы? Пожалуйста, вы можете мне их писать. А сейчас я вернусь в свой личный кабинет и скажу следующий шаг, который должен делать новички. Мы сегодня и так с вами как бы потратили уже много времени на презентацию, рассмотрели много площадок. А сейчас я вернусь к самому главному. После того, как вы выбрали площадку, на которой будете работать, а работать вы можете буквально на всех площадках нашего клуба, кто кому что нравится. Но каждый из нас должен обязательно нажать вкладку «Обучение» и пройти базовое обучение, знакомство с LS Club. Это, поверьте, это очень важно. Потому что очень много идет вопросов, и вопросы бывают до такой степени нелепы, что каждый бы прошел это обучение, и много бы вопросов уже таких простых бы не задавал. Это обычная регистрация, как профиль заполнить, активация, как деньги выводить, как пополнять наш баланс, как делать переводы между кабинетами, раздел промо-материалы, забыли пароль. Это вообще-то что-то, это столько много идет именно вот таких вот звонков, которые люди говорят, я забыл свой пароль. Да пройдите же обучение в своем кабинете, ребята. Вы тогда и сами сможете все это делать, и своих новичков вам сможете всему ведь обучить. Потому что самое главное, это не бросать своих партнеров, а именно вести их за ручку. И именно, чтобы они понимали вот эти вот простые шаги, то, что мы должны знать свой кабинет. Спонсор должен, собственно, не работать за своих партнеров, а именно помогать им работать. Каждый человек, придя в клуб, должен осознанно понимать, зачем он сюда пришел. Если просто посидеть, то просто и посидит. А если человек пришел сюда именно работать и зарабатывать, тогда все вам в руки. Пожалуйста, давайте будем с вами вместе, дружно, активно работать и все вместе, дружно, активно зарабатывать. Я считаю, что это честно. Ну вот как-то, наверное, на этом мы сегодня и закончим нашу презентацию. Завтра ровно в 14:00 снова будем с вами разбирать маркетинг, будем снова изучать наш кабинет. Если в кому-то будет что-то там непонятно там или будет интерес к каким-либо площадкам, позвоните мне в личку, и я буду рада ответить на ваши вопросы. Все, что вас будет интересовать. Так. Так, а что будет, если я заполню все боксы вплоть до 7-го? А вы будете деньги вкладывать как в свою копилочку. Вы же будете сами же их получать. Собственно, вы будете обучаться работать в управляемых матрицах. В минус вы точно не уйдете, будете только в плюсе. А развивая первую линию, именно приглашая партнеров, вы будете очень быстро зарабатывать на боксах, и вы гарантированно выйдете на пассивный доход. Вот как-то так. А выбирать вам либо работать самому со своими клонами, либо активно развиваться и, собственно, зарабатывать приличные деньги в клубе. На этом мы с вами прощаемся. До новой встречи. Будут вопросы, пожалуйста, звоните.